Нижегородский аэропорт Стригина переходит на осенне-зимнее расписание с 30 октября. Всего прямыми авиарейсами из Нижнего Новгорода будут охвачены 20 направлений полетов. Основным его отличием от весенне-летнего станут новые чартерные маршруты на зимние курорты Индии, Таиланда и Арабских Эмиратов. Прямые чартерные рейсы на популярные зарубежные курорты будут выполнять авиакомпании «Азур Аэр», «Роял Флай» и «Кар». Также в период осенне-зимнего расписания аэропорт Стригина продолжит сотрудничество с авиакомпаниями «Пегасус» и «Белавиа», что позволит пассажирам не просто напрямую долететь до Стамбула и Минска, но и воспользоваться аэропортами этих городов для трансферных полетов в Европу и Азию. До ноября в расписании аэропорта остаются прямые чартерные рейсы авиакомпаний России и «Кар», «Роял Флай», в Анталию, Монастырь и Ларнаку. Драйвером внутренних перевозок останется Москва. Более 10 рейсов в столицу ежедневно будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «С-7» и «Ютейр». Курортные направления представлены чартерами в Сочи и регулярными рейсами в Минеральные воды. Подробную информацию можно узнать в разделе «Расписание» на сайте аэропорта.